She's fast, I'm a heartbone. I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time will pass me by? Такого в нашем городе еще не было. Одновременно в 9 школах Екатеринбурга девушки-лисицы, а также их тренеры провели мастер-классы. Участниками мероприятий стали победители районных этапов на Кубок УГМК среди общеобразовательных учреждений. Итак, мы находимся в гимназии номер 2. Это Верхосельский район. Здесь любят баскетбол и даже умеют в него играть. Но, как вы понимаете, нет предела совершенству. Вот и решили показать ребятам настоящее баскетбольное искусство маэстро Олаф Ланге и принцесса паркета Даяна Таурази. Нам нужна помощь, и когда это делают профессионалы, спортсмены высокого уровня, это великое дело, это очень правильно. Когда олимпийская чемпионка делится опытом, дети воочию могут увидеть, как делать, что делать, и как добиться таких больших хороших результатов в жизни. Желающих посмотреть на баскетбольных звезд, а заодно с ними и пообщаться, было много. Шутка ли, трехкратная олимпийская чемпионка по залу сначала ходит, потом прыгает и бегает. Ну и дела. Очень интересно посмотреть, поближе познакомиться с теми приемами, которые Даяна Таурази использует в игре. Это очень мило с ее стороны. Прийти в нашу школу и дать нам мастер-класс. Очень интересно встретить таких игроков вживую. Даже не игры, просто увидеть, как они стоят, там кидают так близко. Это нереально интересно. Олаф Ланге – парень Дока. За него попробуй съешь. Он знает и понимает детскую психологию, поэтому ребята его и слушаются. Еще пара-тройка таких занятий, и можно смело записываться в молодежный состав профессионального баскетбольного клуба. Это наши дети получают позитивные эмоции, видя, как интересен и хорош может быть спорт, каких успехов в нем можно добиться и какими, в общем, сильными личностями можно стать и гармонично развитыми. Было отлично, я не ожидал такого. Мы отлично поиграли и потренировались. Для ребят это будет очень хороший опыт. Ну вот, примерно так оно и было. Взрослые поработали, дети довольны. В общем, мастер-класс получился на славу. Это здорово, что мы выбрались из нашего зала и пришли в гимназию. Здесь у них тоже все великолепно. А что касается юных подопечных, то они мне понравились. Молодцы ребята. Сразу видно, что у компьютера сидят меньше, а в спортивном зале бывают больше. Думаю, баскетбол им в этом поможет. Мы хорошо сегодня повеселились. Да и к тому же эти дети сильно любят баскетбол. Нам с Олафом было приятно с ними возиться. Я бы сказала, даже легко. Ребята словно на лету схватывают основы чудесной игры. А это уже лицей номер 130. Сюда пришли Маша Степанова и Оля Артешина. Многие легендарных девчонок узнали, а кто не знал, тот познакомился. И если говорить по существу, то в учебном заведении интересуются женским баскетболом вообще и командой УГМК в частности. Но, как говорится, давайте будем ближе к мячам и паркету. Именитые спортсменки объяснили детям, как и что нужно делать. Небольшая разминка, самые простые упражнения, и процесс пошел. Правда, не всем школьникам выпала честь быть учениками великих баскетболисток. Но не беда. Можно посмотреть и со стороны. В небольшом зале собралось много ребятишек, и все они с неподдельным интересом наблюдали за тем, как проходит мастер-класс.
всегда заряжаюсь такой какой-то энергией очень положительной, общаясь с детьми. Поэтому кроме восторга у меня ничего от этой встречи нет. Да, ну то же самое могу сказать. Очень здорово, что такое мероприятие решили провести, что оно состоялось. Увидеть вот эти детские глаза. Хотя уж не такие они, дети уже, ребята, уже достаточно взрослые, да, и молодцы, все равно воспринимают с такой радостью вот то, что мы пришли. Самое важное для меня, как для тренера, что загорелись глаза у детей, понимаете? Хотят теперь выиграть, победить. Именно в этот день на арене Дворца игровых видов спорта и пройдут финальные игры на Кубок УГМК среди школьников и школьниц Екатеринбурга. Напомним, что этот турнир стартовал в октябре 2014 года. В соревнованиях приняли участие более 50 школьных команд. Тем временем мастер-класс подошел к концу и началась автограф-сессия. Не забывается такое никогда. Мастер-класс, мне очень понравилось то, что была автограф-сессия. Я даже принес блокнотик, думал, ее не будет, но она была. И в заключение избранной темы предлагаем фотоэпизоды из других школ. Как видно, там тоже было весело и со вкусом. Девушки-лисицы работали по полной программе. В школе номер 145, где трудились Татьяна Попова и Наталья Анойкина, мастер-класс получился самым жизнерадостным. Впрочем, в других учебных заведениях тоже были свои изюминки и, скорее всего, будут еще. Потому что мастер-классы продолжаются. В следующем выпуске мы расскажем о новых встречах со школьниками. В очередном раунде российского чемпионата команда УГМК принимала вологодскую «Чевакату». Гости приехали задорные и даже очень боевые. Скажем прямо, сопротивлялись отчаянно, а временами уверенно шли вперед. И все-таки лисицы спуску не давали. Только одна Кэндис Паркер набрала 25 очков, сделала 16 подборов и 7 результативных передач. А «Чевакатке» Альбине Ражевой Кэндис догнать не удалось. У нее 24 очка. Ну и если брать в целом, то в встреча получилась интересной и полезной для обеих сторон, хотя результат устроил больше УГМК, нежели Вологду 96-85 в пользу лисиц. Я рад за наших девчонок, что нисколько, как сказать, не спасовали перед такими именитыми соперницами и показали достойный баскетбол. И даже вторую половину, получается, мы выиграли одно очко. То есть это уже дорого стоит. Мне понравилось наше нападение. А вот в защите надо еще поработать. А вообще эту игру я рассматривал как подготовку к предстоящему матчу Евролиги. Поэтому ротация была небольшой. Ведь мы сегодня стараемся играть тем составом, который покоряет и будет покорять Старый Свет в ближайшее время. Буквально через 3 дня дружина Олафа Ланге в том же месте играла со словацкой Кошице. Но это уже была, сами понимаете, Евролига. Групповой этап. Гостям удалось выиграть только вторую четверть. И то с преимуществом в одно очко. 22-21. Во всех остальных отрезках верховодила УГМК. В конечном итоге 75-52. И лисицы продолжили свою победную серию на этапе отбора в самом престижном клубном турнире Старого Света. Следующие матчи оранжевые проведут на выезде 15 февраля в рамках регулярного чемпионата страны. Наши девушки сыграют со Спартой, а 18 числа завершат групповой этап Евролиги в Курске. Там, кстати, и решится судьба первого места в группе А. На этом все. До свидания и до следующей встречи.